На календаре весна, а значит, для коммунальщиков началась горячая пора. К битве за чистоту и порядок нужно подходить во всеоружие. И здесь проверка готовности служб точно не лишняя. Вопрос контролируют на самом высоком уровне. Отсюда и такое пристальное, порой щепетильное внимание со стороны руководства города. Мы ежегодно проводим смотр техники, которую выставляют на линейку. Люди прошли обучение, техника прошла технический осмотр, то есть готова к работе. Что касаемо техники, в этом вопросе специалисты не экономят. Парк постоянно пополняется новыми машинами. В этом сезоне закуплены 6 мотоблоков и 9 триммеров. В приоритете отечественные производители. «Беларусь 422. Производство Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов. Машина универсальная, область применения от сельского до лесного хозяйства. Специалисты отмечают, он прост в эксплуатации и обслуживании». Современная техника – это огромный плюс, но без людей она лишь груда металла. Поэтому особое внимание к кадрам. По основным специальностям укомплектованность почти стопроцентная. Чего не скажешь о косцах травы, при том, что условия оплаты труда на высоком уровне. У нас висят и на центре занятости заявки наши на прием косцов именно. Но пока, к сожалению, то ли сезон не начался, но в принципе прошлый сезон показал, что не особо люди идут, хотя в сезон у них зарплата в среднем колеблется от 600 до 1000. Качество дорог – еще одна актуальная тема. Руководство города анонсирует. Планы серьезные, обновятся все основные транспортные артерии. Уже сейчас специалисты срезают старые покрытия на Ульяновской. Ну а полным ходом работы начнутся в середине апреля – начале мая. Максим Кембель, Максим Галионко, Бобруйск, 360.